Любовь Гарбар стала лауреатом первой степени Витебского праздника конкурса в номинации «Вытянанка радиальной симметрии». Ее работы из бумаги тонкие, изящные и напоминают собой ажурное кружево. Любимое творение мастерицы – снежинки, которое она вырезает круглый год. С этим видом декоративно-прикладного искусства не расстается уже более полувека. Сама же по образованию женщина-химик. Видимо, человек рождается с чем-то таким. В 3 года я порезала дома немецкое шелковое покрывало, и мне за это ничего не было. Только спросили, зачем. Я спросила, чтобы красиво было. Сказала им, ну все, не убили творческое начало, вот и результат. Помимо снежинок в арсенале бабручанки – бумажные ангелы, птицы, бабочки, фонарики. Старинному виду белорусского искусства она обучает воспитанников центра «Росквит». Мастерица объясняет ребятам, как создавать симметричные декоративные рисунки, которые способны украсить любой интерьер. Резала я всю жизнь только снежинки. И только когда меня приняли уже в Союз народных мастеров, ну, надо бы как-то разнообразить ассортимент, раз люди хотят видеть. Может, скучно за одни снежинки. Так самой же интересно попробовать новое. Я поехала на выставки, стала видеть, что другие делают. Это всегда обмен мнениями. За десятки лет Любовь Александровна использовала сотни килограммов бумаги. Все ради искусства. Идеи для своих самобытных работ умелица берет из головы. Немного фантазии, мастерства, и на свет появляются маленькие шедевры. Делает очень много мастер-классов на улице, в школе. Она очень востребована, потому что ее работы – это что-то неприятное. Повторимое. Каждый раз что-то она придумывает, что-то новое для детей. Детям очень нравится вырезать. На улице, когда у нас проходят мастер-классы на парке молодежном, например, да, просто в парке в городе, толпы людей около этого стола. Снежинки бобруйской мастерицы есть на разных континентах, так что в каком-то смысле это уже наш местный бренд. Людмила Любимцева, Максим Галенко, Бобруйск 360.